Проливные дожди вызвали в понедельник наводнения и перебои с движением транспорта в некоторых районах Дубая и Абу-Даби. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Национальный метеорологический центр Объединенных Арабских Эмиратов опубликовал предупреждение для нескольких городов ОАЭ, которое будет действовать до полудня вторника. Полиция Дубая рассылает СМС-сообщение с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях и призывает жителей держаться подальше от берега залива. Власти разрешили учебным заведениям временно перейти на дистанционное обучение.